В округе завершились соревнования первой в истории Подмосковья спортивной лиги по тег-регби среди общеобразовательных школ. В финальных матчах, которые прошли во Дворце спорта «Триумф», встретились сильнейшие команды региона. Подробности в нашем сюжете. Матч начинается с удара по мячу из центра поля. В состав каждой команды входит от 5 до 7 игроков. Их цель – положить мяч на линию или за линию противника. Когда ты пасуешься и отбираешь тег сзади, ты можешь попасть в офсайд. И за это могут дать красную или желтую карточку. В обычном регби люди почти всегда толкаются, чтобы отобрать мяч. А тег-регби – это когда у нас висят такие длинные полосочки, и это бесконтактная игра. Каждый спортсмен перед началом игры надевает пояс с прикрепленными к нему двумя ленточками – тегами. Во время матча нельзя проводить захват, как в классическом регби. Нужно просто сорвать ленту с пояса соперника. При этом ведется борьба за мяч. Разрешается делать передачи назад и в бок, пасовать вперед, передавать мяч из рук в руки и пинать его ногами запрещено. В классическом регби на поле найдется место для каждого. Если ты с большими габаритами, ты идешь в первую линию играешь. Если ты высокий, ты играешь столбом. Если ты маленький, ты играешь 10-9 номером, разыгрывающий и так далее. В муниципальных этапах соревнований участвовало почти 370 команд из разных городов Подмосковья. Финал, который прошел в Люберцах, вышло 19. Люберцы выбраны не случайно. Во-первых, здесь замечательный спортивный комплекс. Во-вторых, здесь очень давно развита эта история. И школьные спортивные клубы, которые есть практически в каждой школе Подмосковья, очень часто приезжают в Люберцы, чтобы обменяться опытом и провести соревнования. По результатам соревнований люберецкая команда из 28-й школы заняла второе место. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.